Всем привет, друзья, с вами Федя, и добро пожаловать на мой 65-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем дне. Дай спокойно снять влог, пожалуйста. Не до тебя. Ладно. Не бормочи. Что значит «не бормочи»? Ладно. Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем дне. Сегодня меня папа разбудил. Все как обычно. Вот. Пошел я в школу. И, в общем, так. На математике мы сегодня проходили. Что мы проходили? А, на математике. Мы что-то смешанные дроби делали. Ну, я хоть там немножко понял чего-то. Вот. На русском мы там писали и разбирали что-то. Текст какой-то. Вот, на географии нужно было сдать контурные карты. У меня она была не сделана. Прикиньте. Вот. Но учитель сказал, не беда. Можешь сделать дома. И сдать в понедельник. Почему-то ни с того ни с сего. Она сказала сдать в понедельник, когда в пятницу надо. Вот. В математике на второй мы там тоже продолжали смешанные дроби, вот, и делали самостоятельную работу. Не знаю, что я там получил, но в общем это вот так. На английском мы там повторяли 6-й модуль и читали диалог по ролям. Вот. Вот. И на проект на классном часе, вернее. Вот. Мы немножко там посидели, послушали и навалили. И нас отпустили. Много. В 2 часа, как в общем-то. Ну, я собрал свой портфель и пошел домой. Дома пришел, пообедал. И начал делать основные уроки. Вот. Сегодня много уроков пришлось сделать. Потому что столько дел. Куда от них денешься-то? Вот, когда мы заполняли календарь с бабушкой, мы там спорили, что сразу заполнять нельзя, она кричала. Баб, перестань ныть. Мешаешь. Вот. Она там говорила, что нужно дождаться, узнать погоду по телевизору. А я говорил, нет, нужно сразу списывать. Вот. Потом мы сделали ИЗО, изобретательное искусство. Вот. И мы наконец-то начали делать контурные карты. Вот. Очень долго делали, пока папа не приехал. Приехал папа, и мы там доделывали. Вот, и потом бабушка мне рассказала папе, что мы раньше всех исполняли контурную карту. Ну,
Ну, в общем-то, вот так. И папа сказал, что я правильно делаю. Папа сказал, что я прав, а не бабушка. Вот. Да. Бабушка сказала, да, надо слушать тебя, именно тебя. Вот. Потом я позвал папу, чтобы он мне помог, и он помог мне немного найти все эти самые течения. Вот потом нужно было там моря подписать. И, в общем-то, вот так. Потом я поужинал, пошел помыться и попросил... И попросил папу, чтобы мы с ним сделали презентацию на автора. Немного не помню, как его зовут, но... Ну, в общем-то, напишу вам там. Как его зовут, но он автор сказа «Левша». Вот. В общем, мы сделали с ним эту презентацию и начали отдыхать спокойно. Все как обычно. Ну, а потом уже спать было пора. Вот, ну и, в общем-то, наверное, собственно, все. Такой хороший день сегодня. Вот, ну и, в общем, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, заходите еще на часовой. Всем пока.